Арима, чемпионат Беларуси 2021 по дрифту. Колесо. 25 рублей? What the fuck is this? Одинаковые или разнопарные? Не парные. Ну они целые, нет. Все. Все, а есть что-нибудь? У вас есть, может, мусорка по рыцарям? В мусорке у меня все пробито. Вон там будет. Хуйню. Не, ну они с ума сошли реально. Не, ну он 25 рублей, говорит, я, блядь, что-то не понял, нахуй. О чем он? Ну 25 рублей за колесо, вы больные. И представьте, какое было мое удивление, когда я увидел это. Вы этого не ожидаете. Как думаете, что здесь? Напишите в комментариях. Гиря. И знаете, кто ее взял? Вот этот человек. Пускай он расскажет, зачем он ее взял. Напьемся, найдем ей применение. Это Лакост 2021! Погнали! Инфраструктура в Лагойске очень развита. Одно из мест, которых вы можете посетить на этом мероприятии, это чудесное озеро, где есть трамплин, батуты и вся фигня. А тем временем у нас проходит брифинг идиотов. Мы собираемся штурмануть этот замок. Пацаны, нужно тихонько плыть, не создавая волны. Идем вдоль берега, а потом оцениваем обстановку. Идем в замок, тихонько залазим, пару нырчаков и уходим. Все делаем тихо и организованно. Команда. Пацаны, нужно тихонько плыть, не создавая волны. Я волна, новая волна. Сбились с курса. Уходим. Что на этом наша спецоперация объявляется проваленной. Возвращаемся на базу. Или как в этом доме главное? Вот на пенёшку, подбегайте. Слушай, а может я в тетрадке поставлю колёсом тренажер? Туда. Ну вы выровняй её. Вы натяните. Нет, стой. Надо же приезжать сначала к тачке. Нет. Да. Вот так выравнивайте у себя ноги. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Итак, докладываю обстановку по тридцатке. Напомню, перед поездкой в Лагойск мы связались с Аркадием, написали ему о том, что готов ли он взять машину на тест, на что он любезно согласился.
мы ему сбросили видео, фотографии машины, в принципе, ему все понравилось, он был согласен ее протестировать. После этого мы связались с Racing Buy. Они сказали нам, что это сомнительная идея, так как машина без каркаса, на Pro 1 у нее не пройден техком, вот, и сказали, что это сомнительная идея. Вот, но мы решили попытать свое счастье, а вдруг разрешат. И взяли малышку с собой. Вот, приехав в Логойск, нам отказали. Машину на трассу не выпустили, то бишь Аркадию на тесты ее не дали мы. В связи с тем, что организаторы Racing Buy отказались. Ну, я в принципе их тоже понимаю, это опасно, все дела. Но как бы мы сделали все то, что могли. Расскажи, как тебя зовут? Катя. Какой раз ты уже на дрифте? Я хожу, я не пропускаю ни одного Логойска, наверное, всю жизнь сколько вот живу. 10 раз, 20. Ну, сколько идет Логойск, столько я и хожу. Какие впечатления от этого мероприятия? Что запомнилось? Самое классное. Классно ездит САК. Просто классная организация, хорошие машины, пилоты классно ездят. Просто восторг. Привет. Здравствуйте. Как зовут? Семен. Александр. И Адван. Привет. Меня Алиса зовут. Оля. Нет, мы постоянные участники. Поклонницы. Поклонницы дрифта. Скажите, как настроение? Пушка. И аннигиляторная пушка! Один на районе. Отлично. Это самое лучшее. Да, в Логойске всегда замечательно, потому что это ночь, потому что это огонь, потому что это свет. Это, ну, классно. Эмоции вагон. Какой раз уже на дрифте? Второй. Второй. Что запомнилось именно на этом мероприятии? Как парный дрифт. У меня парный дрифт. Это так прикольно. Я вообще дрифт не видел никогда в жизни. Парный был пуля пушечка. А у меня мужик там обливался недалеко. Но это было тоже прикольно. Красава. За кого болеете? У меня должна была быть майка. На ней должно было написано САК. Я за САКа болею. Мы обе болельщики САК. Всех. Бля, ну дрифт это такая тема, что тут, блин, каждый... Везде дружба. Гродин, наш чёрный. Кто? Бля, мама. Мама, мне фамилию не помню, но, блин, а Ниссан. Вот, Ниссан. Ниссан победит. Ниссан победит. Всегда. Я понял. Парни, хорошего вечера. Спасибо. Мероприятие в целом Логойск вот такое вот. Все офигенно, все четко. Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы была выставка. Ее прям так не хватает. Мы уже такие думали, ну ладно, не попадаем мы на тесты к Аркадию. Ну хотя бы в выставку уже попадем. А выставки в этом году не было, как и в том. Вот, поэтому мы ее поставили здесь, около входа. Разложили наклейки. Люди подходят, берут наши наклейки канальные. Вот, фотографируются с машиной. В принципе, она вызывает интерес у людей. Все круто. Единственное, что устали очень сильно. Я уже устал капец, как мероприятие еще только начнется. А у меня же вообще сил никаких. Просто набегались, катались на эскалаторах, купались. Ну, короче, отдыхали по полной. В принципе, Логойск этим и славится, что это очень такой душевный этап. Офигительный. Поэтому смотрите, как это. Отдыхать в Логойске. И обязательно в следующем году все приезжайте сюда. Собирать платней, после навытворять, так что крыша в огне. И есть два типа людей, другие никогда не подставят друзей. Не скажут за себя, не утушат в ответ. Смотри, не разорвись, между ними ее нет. Будь готов, наверняка настанет тот миг, когда ты... Да не, прикольно. Да ну нафиг, блин. Ёпта, пофоткай меня тогда, пожалуйста. Быстрее, да. Эй, Ваня. Блядь, пошел ты нахрен. Улетай. Лети, старый. Пошел ты нафиг, блядь, со своим катамараном, блядь. Какая она красивая, посмотрите. Просто. I'm just kidding, but for real, I'm back, man. I wanna talk to your ass, nigga.
all weak, never thought I would deliver. The cold game close, so my niggas gon' shiver. Сейчас он еще ближе пытается подобраться. Ох, как пытается атаковать. Ну, под Лужный, кстати, неплохо квалификацию едет. Выберет, выбирает последнюю зону. Да, наверное, все-таки... Ой-ой-ой! А вот это... А вот это зачем было после финиша? И что произошло? И зачем это? Что-то случилось. Там, главное, чтобы Артур целый был. Ну, в стену его впечатало. Так. Вынимает Артура. Что, плохо ему? Видно, что он в этом столкновении. Да, вот это неприятная история сейчас была. Ой-ой-ой-ой-ой. Рядом скорая. Скорую. Молодец. Молодец. Он приветствует публику.